Дети приморских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины, отдохнут в летних оздоровительных лагерях. Соответствующее поручение дал Олег Кожемяка во время очередного совещания с главами муниципалитетов. Губернатор подчеркнул, что очень важно организовывать полноценный отдых для детей военнослужащих, которые защищают страну и весь мир от нацизма. В Приморье сейчас как раз стартует летняя оздоровительная кампания. В реестр организации отдыха детей и их оздоровления внесли уже 501 лагерь. Планируется добавить еще 37. Таким образом, будет действовать всего 538 профильных учреждений. Отметим, что летняя оздоровительная кампания в Приморье охватит и детей вынужденных переселенцев из ЛНР, ДНР и территории Украины. Внимательно просмотрите все семьи военнослужащих, проходящих сейчас специальную военную операцию на Украине, с тем, чтобы ни одна семья, ни один ребенок не остались без внимания. Попрошу Министерство образования, вы тоже мониторьте эту ситуацию. У нас понятно, что дети военнослужащих, получившие ранения или там случили путевки, бесплатно будут. Вот, остальные, значит, тоже нужно обеспечить там с максимальной скидкой для тех, кто служит там, и предоставить детям возможность пройти отдых именно в летних лагерях.